или иначе в дальнейшем появлялись заболевания сетчатки или хрусталика. Могу сказать, что они все имеют один и тот же такой очень академический симптом, который заключается в их хронических неврозах. То есть это холеричные люди, это люди такие вспыхивающие или люди обижающие, склонны к навязчивым идеям, к невротическим состояниям, не справляющимися с эмоциями и так далее. То есть это необходимо учитывать и необходимо в том числе принимать седативные препараты. Самые простые седативные препараты в нашей компании — это сирантал, паставит от панических атак, апсантин в случае, если необходимо что-то посильнее. Но если нет радости при депрессиях, то я рекомендую использовать еще альфа-липоевую кислоту. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У нашего знакомого был 10 лет назад.